Какое-то время будет работать бесплатно. По решению арбитражного суда на платной парковке у вокзала «Рязань-1» демонтируют парковочное оборудование. 2 года назад администрацией города Рязани было заключено соглашение с инвестором. Он должен был оборудовать платную парковку закрытого типа и обслуживать несколько лет, после чего она перейдет в собственность администрации города. Однако конкурсные процедуры при подаче заявки были нарушены, и соглашение признано недействительным. Теперь все оборудование демонтируют. По решению арбитражного суда Рязанской области данное соглашение было признано недействительным, но инвестор продолжает работать на этой парковке. Инвестора неоднократно уведомляли о том, что данное решение вступило в законную силу, просили его в добровольном порядке освободить площадь для дальнейшего использования, но инвестор этого не сделал. Поэтому в данный момент оборудование демонтируется в принудительном порядке. Удаляют все оборудование, относящееся к парковке закрытого типа. Въездные шлагбаумы, стойки оплаты и стойки выдачи чеков. О дальнейшем судьбе парковки будет решение принято чуть позже. Пока будет бесплатное до дальнейшего решения ее использования. Стоит отметить, что инвестору принадлежит только парковка у вокзала «Рязань-1», и к другим парковочным пространствам города санкции применяться не будут. Валерий Седов, Станислав Кудряшов и Игорь Глотов, телекомпания «Город».